Торжественная часть праздника началась с демонстрации видеофильма о пятилетней истории Уваровского МФЦ, созданного в числе первых в Тамбовской области. За 5 лет своего существования количество услуг, которые оказывает МФЦ населению, возросло с 97 в 2012 году до 222 в 2016. Многофункциональный центр стал не только учреждением, где предоставляется широкий спектр государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, но и местом, где ведется активная социальная жизнь. И что самое главное, весьма востребованным у жителей города и района. За эти годы в МФЦ было оказано 490 тысяч услуг. Мне кажется, этот центр большое подспорье здесь для жителей, потому что собраны все и специалисты. Приходишь часто, я часто прихожу сюда, ну и оплатить за квартиру, там в какой-то кабинет, там ксерокопию сделать, паспорт там или что-то. Мне нравится. Поздравить с первым юбилеем пришли представители ЗАГСа, миграционной службы, Центра социальных услуг и другие коллеги по работе. Лично поздравил сотрудников многофункционального центра и глава города Владислав Денисов. Градоначальник поблагодарил коллектив МФЦ за работу и пожелал успехов во всех начинаниях. Задача была поставлена правительством Российской Федерации об обеспечении, во-первых, прозрачности, доступности и качества муниципальных государственных услуг. Сегодня созданы комфортные условия. И самое главное, что мы сегодня видим – отклики жителей города Уварова, которые, приходя в это учреждение и получая квалифицированную, высокопрофессиональную услугу, так называемую в едином окне. Поздравила юбиляров и вручила директору МФЦ Ирине Чулковой благодарственное письмо губернатора Александра Никитина и первый заместитель начальника управления государственной службы и организационной работы администрации области Елена Сутурмина. В стране более 3000 многофункциональных центров. И они сейчас работают под единым брендом и в единых стандартах качества. В рейтинге Министерства экономического развития наша область вошла в 20, как говорят, лучших, заняв 13 место. В этом высоком показателе 13 место есть очень большая заслуга Уваровского МФЦ. От всего сердца благодарю коллектив, благодарю администрацию города за поддержку. За проявленный высокий профессионализм лучших сотрудников МФЦ отметила благодарственными письмами уполномоченный по координации сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению в Тамбовской области Любовь Третьякова. Заслуженные награды в этот день виновники торжества получили и от имени руководства города. Принимая поздравления, директор Уваровского МФЦ Ирина Чулкова поблагодарила руководство города и области, а также все службы за плодотворное сотрудничество. По ее словам, только благодаря тесному взаимодействию удалось достичь таких высоких результатов в деятельности. Коллектив у нас новый, молодой, задорный, перспективный. Но, конечно, не сложился, не получился бы без тех служб государственных органов и органов региональных наших, которые помогали нам в нашей работе, учили, подсказывали. Я поздравляю всех с 5-летним юбилеем. Желаю всем успехов как в профессиональной, так и в личной жизни. По словам директора Ирины Чулковой, коллективу МФЦ еще многое предстоит воплотить в жизнь. Перечень оказываемых услуг постоянно расширяется. Сотрудники повышают свой профессионализм, стараясь сделать пребывание граждан в многофункциональном центре максимально комфортным и минимально затратным по времени, чтобы в ответ услышать от жителей только положительные отзывы. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, «Наш город».